играешь в танки, подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. И сегодня у нас на обзоре Вольверин, он же Росомаха, она же ПТСАУ, точнее. Америка, 5-й левел, проходная прокачиваемая ветка, вот, кустовая ПТ, потому что, почему? Будем сейчас разбираться все и по порядку. У нас полноценный гайд-обзор сегодня по данной ПТ-шке. И сразу же предлагаю сходить посмотреть бронирование. А вдруг где и броня есть, а вдруг штурмовая ПТ. Пошли смотреть. Итак, вот наш Росомаха. Да, Росомаха наша. Ну и давайте смотреть корпус. НЛД 96. Хорот. Ну так поставить, даже 100, сотка там, если вот правильно поставить, вот так, сотка, а рикошет, ну кто туда будет стрелять, когда вот тут уже катки 50, 51, 63, огромная ВЛД, корпуса 54-55 миллиметров, ну вы понимаете, да, вас сюда пробивают абсолютно все. А башня, вот два рикошетных места, пожалуйста, 49, казалось бы, но рикошет, потому что хороший угол наклона брони. Вот маска, ну такая, 78 78, короче, ему нельзя только стрелять сюда, вот в эти три места. У нас поворотная башня, поэтому может будем танковать. Так, 45, вот здесь 25, это с катком считает сейчас, подожди, 25 и 20 25, еще что-то с гусеницы, наверное, с гусеницы. Надгусеничная полка здесь у нас вообще 19, короче, нет, танковать он ничего не сможет, он пробивается, даже смотреть не надо, фигня полная. То есть он в лоб стреляет из кустов, вот, без брони. Погнали в ангар. Давайте посмотрим основные модули. Нам предлагают сумасшедшее количество пушек, H4, вот на эту даже не идите, она нафиг ей не нужна. Это у нас фугасница, кто на этом, на этой ПТ-САУ, ни разу никого не видел, чтобы играл на фугаснице. Все идут вот этим путем, нас интересует вот эта вот пушечка, 76 мм, да, а заряжается она 3,2 секунды, 115 альфа, 128 пробитие основным, 177 на пятом уровне, 177 голдой, 0,38 точность, 1,7 секунды время сведения, разброс, ну я говорил 0,38, ДПМ на стоке, не ставя никакое оборудование, 2200 на пятом левеле. Вот, а по поводу башни, 57-52, то же самое, скорость поворота выше, обзор такой же, а вот эта башня поворачивается быстрее. Не знаю, с чем связано, но по сути это одинаковые башни. Вот, а по рации, естественно, нужна топовая, мы ПТ стреляем по засвету союзников, и здесь дальней связи в два раза больше практически. По двигателю, значит, 350 на стоке, на топе 500, нифига себе, 30% больше даже плюс подвижности, поэтому качаем. Ну и, конечно же, ходовая топовая, плюс 2 градуса в секунду. Ну, такое, не очень много. Вот, по оборудованию. У нас здесь вся свистопляска идет вокруг прицела, господи, досылателя. Вот досылателя однозначно ставить. Дальше можете эту ПТ-САУ обмазывать любым говном из оборудования, да. Здесь вот, как я поставил, можно поставить прицел улучшенный, поскольку я планирую играть на этой ПТ-шке из засады, себе сделал свет в виде стереотруб. Сюда можно ставить. Ну, усиленные привод наводки только невменяемый будет ставить. Прошу прощения, земну. 1,75 секунды, да, время сведения и так. То есть поставили досыл, ну и из полезного. Турбину можно поставить, чтобы быстрее она ездила. Хотя зачем кустовую ПТ-САУ, турбина хрен его знает. Улучшенную закалку можно поставить, можно малошумку в движении есть. Но опять же, я вот кустовую собрал,
чтобы стрелять из инвиза из кустов. Рога и для лучшей точности увеличил прицел и, конечно же, поставил досол. Думаю, самая правильная сборка. Вот, по снарядам. У нас 792 летит основной снаряд от ББХ. Голда у нас под колу летит косарь. И это прикольно. Так. Снаряжение, ремка, аптечка, огнетушитель. Ну, я поставил доп. Паёк, потому что, как всегда, не переобучал экипаж и поеду в бой с экипажем-инвалидом, да, пробовать эту ПТСАУ. Поэтому я себе поставил доп. Паёк, потому что не переобучал, чтобы хоть как-то минимизировать те самые потери, что у меня весь экипаж не переобучен на 100% на эту ПТСАУ. Экипаж у нас здесь здоровый, с радистом. Вот, первым перком командиру лампы, всем остальным ремонт, вторым боевое братство, дальше качать, как показывает таблица. У меня спросите, а зачем кустовой ПТСАУ качать первым перком ремонт? Да потому что, как бы вы ни хотели не засветиться, вы очень часто будете даже в кустах светиться. И если у вас не вкачан ремонт, когда вас, не дай бог, загуслят, то вы едете в ангар, а не за препятствие назад. Поэтому чем быстрее вы будете чиниться, тем лучше. Это вот по поводу тех, кто пишет в комментариях дофига ереси всякой. Вот, дальше качать, как показано в таблице. По УВН у нас все хорошо, у нас минус 10. По ХП не очень, 470, да хотя сойдет. 48 вперед, 12 назад, 18 лошадей на тонну, удельная мощность. Я вам хочу сказать, по подвижности у нее все реально нормально. Прям реально нормально. По незаметности. Неподвижные машины 35% движения, 22,7%. По обзору на стереотрубах 4,45. Но было бы сколько? 496, почти 500 метров. Но у меня командир не обучен на эту машину на 100%. Поэтому у меня будут потери. Да. Вот, давайте по плюсам и минусам машины. Я же на ней, конечно, уже играл, катал. Хорошая подвижность. Брони нету, поэтому кустовая это минус. Подвижности плюс. По незаметности, как у любой ПТСАУ, хорошая незаметность, это, конечно, плюс. Вот. Пушка. Пушка идеальная. Хорошее пробитие. Нормальная, как для пятого левела, альфа. Невероятная КД, невероятная точность. Абсолютно нормальная вменяемая скорость полета снаряда. Но самое главное это КД. Это просто пулемет, пушка. Вот. Ну, все вроде бы. Предлагаю отправляться в бой уже. Попробуем эту ПТ-шку, так сказать. Подергим за рычаги, как она вообще, что из себя представляет. Погнали. Бои. Ну, не играй ты сегодня, не мочи себя. Надо играть в удовольствие. Пошли полежим, Финит. Сейчас последний вот этот бой со плохой. Все, нахер эти видосы, блядь. Так, Ласвиль. Ласвиль, наверное, правильно. Попали на Росомахе, ПТСАУ американской 5-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот. Есть арта, да, есть. Чё, базу подефить? Блин, тут ПТСАУ куча. Просто куча. Блин, еще арта, еще и лев. Все плохо, все в говне. Еще и лев. А как закидывает лев, мы знаем, да? Ну не, подойдем. Заметил, что у меня 150 рублей осталось. И решил на встречу одноклассников, надо идти в приподнятом настроении. Принесли водку и чебуреки. Так. Черчилль. Ну, Черчилль поехал, он продавит. А вот в город у нас никто не поехал.
Слава богу, что я туда не поехал. Кто знает, может они также играют по такой тактике. Враги, я имею в виду. Так. ELC залез. Тут пришла Иринка из продуктовых. Старались весь день. Я рвану херачка. Это магнитные бури, сейчас у всех такое. Выше. Все, отвоевался. Парнишка. Парнишка отвоевался. Заработал 2000 рублей. Че, козлина, не можешь встать, да? Тоже отвоевался. О, лев начал работать. Да. Понятно вам или нет? Скажем, как будет. Не понравилось, да? Ведь кто такие по жизни? Еще один отвоевался. Ну вот, 900 настреляли. С горем пополам. Но тут уже враги поджимаются с другого фланга. Застандалили одному. Молодой, горячий. Базаром она фильтруй. Я реально не знаю. Стоямба, я вас всех порешаю сейчас. Поехали. Сейчас лев говна вкинет. Уже летит. Ты посмотри, как я. Блин, отбиваемся как можем. Уже 1300 мы стреляли, да? Три рожка зарядит. Все, ну арта. Не, ну в целом Росомаха нормальный агрегат, конечно. Жалко, что проиграем. Переигрывать не буду. Сами видели ДПМ, возможности машины, но наши не поехали в город от слова совсем. Решили подэфить базу. Как и я, собственно, еще я могу и про себя то же самое говорить. Ну? Ну куда ты поехал? Принимайте, это значит принимайте всех. О, пожалуйста, принимай. Так, вот. Отлично. Вот, поджогом, все, красавчик. Опа, тут гости. Да, и никто не прикрывает, да? Вот мимо. Так, 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 так.
уже тут просто нападение. И Стюк стоит, как этот пряник. В одном положении. Неудивительно. Заслуженная смерть, так сказать. Ладно, про нашу Росомаху. А что, хороший аппарат, прям, реально. Как для ПТСАУ кустовое, оно не штурмовое, у него бронит нету, да. Отличный агрегат. Отличный. Прям кайфово играть. Так. Какую оценку будем ставить-то аппарату? Я думаю, 4 с плюсом как минимум. Даже не 4, 4 с плюсом. Приятное ПТСАУ, отличное КД, хорошая точность пушки. Мы вот между тем, кстати, первое место заняли по урону. Видали? Вот так вот. Особо не стараясь. Да. Так что, ребята, пишите свои комментарии, какое вы оборудование ставите, да, на Вольверайн, на Росомаху. Вот. Как вам вообще тоже ПТшка? Свои отзывы оставьте в комментариях. Вот. Я считаю, что ПТ-САУ отличная, на ней можно даже выходить играть в бои. Не на какой-то прям там машине, а вот на такой можно даже получать удовольствие. Так что ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.